Приветствую, друзья. Утром 8 июля Украина подверглась массированному ракетному удару. В Киеве удар пришелся по самой большой в стране детской больнице Ахмат Дерт. По последним данным, в столице Украины погибло больше 20 человек, десятки раненых. Киевская больница Ахмат Дед, а это расшифровывается как охрана материнства и детства, специализируется на лечении онкозаболеваний и сложных врожденных патологий детей. Мы видим страшные кадры последствий ракетного удара. Окровавленные работники и пациенты больницы, дети с капельницами от химиотерапии, вынужденные сидеть на улице. Теперь эти кадры навсегда останутся в памяти, наряду с кадрами из Бучи, Мариуполя, Днепра. Я не знаю, кем надо быть, чтобы отдать приказ о таком ракетном ударе. Я не знаю, как собираются дальше жить те люди, которые этот приказ выполняли. Путинское министерство обороны уже заявило о том, что на больницу якобы упала ракета украинского ПВО. Это воронье и лицемерие. Есть видеосъемка, есть задокументированные свидетельства. Пресс-релиз Минобороны отвратительно циничен. Удар якобы был нанесен по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, говорится в заявлении Минобороны. Меньше двух месяцев понадобилось технократу и кабинетному чиновнику Андрею Ремовичу Белоусову, чтобы превратиться в военного преступника. Тайминг ракетного удара, очевидно, не случайен. В последние дни оживились разговоры о возможных переговорах, перемирии или прекращении огня. Украина стала получать возобновившуюся американскую помощь. Этих поставок достаточно для сдерживания путинской армии, хотя и мало для контрнаступления. Сам Путин оказался перед выбором. Либо тяжелая, изматывающая, поглощающая ресурсы позиционная война в надежде, что Украина выдохнется, а западная помощь иссякнет. Либо мобилизация граждан на перевод экономики на военной рельсе. Оба варианта имеют потенциальные риски для режима. Поэтому казалось, что это тот момент, когда возможно хотя бы прекращение огня. Не мирное соглашение, нет. Для него пока нет почвы, но хотя бы прекращение истребления людей по обе стороны фронта. В качестве условий для остановки войны Путин выкатил заведомо невыполнимые требования. От Украины и мирового сообщества требуется не просто признать аннексию завоеванных украинских территорий, но отдать Путину даже те территории, которые он не смог захватить. Массированные удары по украинским городам и киевской детской больнице сделаны ради усиления путинских переговорных позиций в вопросе прекращения огня. Это такой шантаж. Рассмотрите мои условия, или в Украине каждый день будут погибать люди. Теперь дети. Это позиция главы банды, который похитил человека ради выкупа и угрожает родственникам, что будет отрезать похищенному пальцы, пока те не заплатят. В оправдание начала войны Путин приводил и продолжает приводить какие-то пустые фразы про освобождение Украины. Мол, соседнюю страну захватили то ли фашисты, то ли бендеровцы, а мы, разрушая города с русскоязычным населением, это самое население защищаем я очень хочу чтобы когда кто нибудь хоть немного заикнется про путинское освобождение украины перед его глазами появлялась картинка из киевской больницы ахмадзед картинка окровавленных людей детей с капельницами на улице это и есть путинское освобождение это и есть его понимание успехов русского мира это то что он на самом деле несет в украину я давно еще с военных времен объясняю всему миру, что Путин это не политик в западном понимании термина, не государственный деятель. Он просто глава банды или мафиозной группировки. Два с половиной года войны показали, что он вообще перестает быть человеком.